важно понять, что перед тем, как перейти в другие отношения, вопрос такой, что если были одни отношения, и, значит, и перешли, потом они закончились и перешли к другим отношениям, и чувство вины должно ли испытывать женщина? Женщине очень важно знать, как и мужчине, кстати сказать, перед тем, как перейти к другим отношениям, должна быть выдержана пауза, и женщина должна очиститься, и мужчина в том числе. Очень часто мы одни отношения не закончили, мы тут же входим в другие отношения, это называется любовь рикошетом. Мы, как правило, на втором отыгрываемся за первого. Вот. И поэтому это мы не видим второго, мы все еще беседуем с первым.